это осуждаю и буду осуждать, потому что я это осуждаю. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Привет, как относишься к Крещенским, а? Как относишься к Крещенским купатам? Купаниям, а? Я намотал блоки и пробовал как-то, да. Да. Ага, итак, смотря. Когда Ксюшка, вылупится? Чакерманька. Что тут вообще? Что за Ксюшка сейчас? Да кто такая эта Ксюшка, боже? Привет, видел тебя сегодня в Ламоде с женой. Как объяснишь эту? Это брат. Я думал, тут экшен какой-то. Сука, ну и брат. Что-то мне она не особо понравилась там. Это мне подарила Наська. Вот написано, Писаск 50 Маркова, Писаск. Вот это все никнеймы донатеров. Вот. Да. Что за брат, сука? Ну это так называемая бродилка с эффектом немножко страшилки, понял? То есть неполноценная страшилка, да. Мне очень такие игры нравятся. Там, где так просто расслабляешься, понял, да? Бегаешь, расслабляешься, блин. Поздравляю. Ты нашел игру по уровню своего развития и навыков. Проще уже не будет. Можешь заканчивать карьеру стримера. Это твой потолок. Удачи на пенсии, старая кляча. Рекомендую завалить ебало. Уху-ху-ху. Не понял, кто-то что-то пытался умное сказать, а получилось, как всегда, ничего умного. Давно хотел спросить, но стеснялся. Это же ты снимался в порно. Да, где я. Где дейду кончили на лысину, чтобы волосы начали расти? О, сезурец идет. О, сезурец, кровопийца моя. Здравствуй, сучка. Дейда, хай. А что будет, если в чате нажать пробел и отправить? Бан тебе будет сразу. Автоматический бан. Раз и все. Кто так делает, тот это, кто пробел в чате поставил, тот свой рот к моему хую приставил. О. Милана не понаслышке знает, каково это с писюном во рту бегать. Я ей давно уже напихал. Дися, я тут подумал, что? Вот когда Ролинка за тебя выходила замуж, думала, будет купаться в роскоши, что все деньги ты будешь на нее тратить, ну. А в итоге весь гараж в мотоблачном говне заставлен. Блять, у него мать где? Сука, сын говна меня убил. Дися, проблема не в том, что тебя снайпят, а в том, что у тебя лапки кролика вместо рук и солом. Дися... Давно не был на твоих потоках. Хочешь? Как бодрость духа. КС, ты а куда делся, Дим Курич? Люблю пожилую чёмку меньше, чем ты. Блин, вспомнили Димочку, блядь. Пацаны, зачем ворошить его, а? Пацан, блядь, не дожил до этих, блядь. Жалко, блядь, зима. Не забудут ту холодную зиму, когда мне в чате... Сказали, что Дима из Санта-Фе. Я сразу понял, что случилось. Санта-Фе подвела пацана. С него лут выпал? Какой там лут у него, Урича, боже. Осуждаю. Это лето, как осень, она кислорода не просит. Это лето, как осень. Это лето, как осень. Внимание, нарезка в процессе. Будет интересный фотолуп кликбейт на премию. Идите в новую безопасную зону. Да. Как расшифровывается BMW? Большое мусорное ведро. Это мне так в автосервисе сегодня сказали. Чат, вы согласны? Ну понятно, те BMW, которые в автосервисе, это уже мусор. Все машины, которые в автосервисе, это уже не машины. Такое у меня, Сережка, мы с ним собрали мочину. Вот смотрите, пасеки, что получилось. Порядочно маслачили как? Вот такой корпус белый, да. Вот, как бы. Потому что я ж с тем учетом брал, что потом женщине ее какой-нибудь подарю этот компьютер, а?
Да, да, да. И мне очень нравится стоять, ну, потому что у меня тут прохладненько, да, в помещении. Оно, когда игру какую-то запускаешь, и заебись прям, ну, нагревает хорошо прям. У тебя воздух на детали не поступает, и воздух они перегреваются. Воздух у тебя в жопе застрял. У тебя не компап или сборник. Ага, сука. Какие-то вопросы имеются к стримеру? Да, да, да. Вот такая, смотри. Во, смотри. Вот так вот у меня вентиляторы, они все дуют внутрь компьютера. А передняя часть, вот эта передняя часть, да. Ой, вот это вот, она получается вперед вся выдувает. Вот эти вот вентиляторы передние, они забирают, смотри, и вперед туда выдувают, да. Да. Куда ты вентили поставил, пожилая дурость? Она сюда выдувает. На выдув, ебаный ты пожилой волк. Оно, сука, вот этот передний забирает все с нутрянки и выдувает вперед, понял? А ты зачем поставил два задроченных кулера наверх размерами в два раза меньше? Ты реально? Ты меня аж выдрачил, сука, этой новостью. Ты реально дебил, и Сережка твой обосранный идиот. Это родные вентили, их три штуки, они впереди компа стоят. Челы ничего не понимают в технике. Отличный обогреватель для гаража. Ни одна тепловая пушка лучше не справится со своей задачей. Сборка за 350 тысяч, что скажешь вообще? Это за 350 тысяч рублей сборочка дедова. Что вообще на это скажешь, чел? Ну, ведуха одна 100 там, 120, блин. И все остальное там, блин. Да. Это я там сделал провода. Сам подцепил. От 1 до 10, да. Сколько, пацаки? Маслори, сколько? Оценка. Да. От 1 до 10, а? Дед, ты сделал все логично, только ты, блядь, не учел, что теплый воздух, который ты забрасываешь сверху и сзади внутрь компа, движется по законам физики не в бок, а вверх. Вверх нахуй. Зато подумай над этим. Во. Смотри, пацик. Во, смотри, какая мочина стоит. Жесть. Вот, пожалуйста. И что, а? Вот такое вас, смотри. И что? Вот такая. Пожилая курага без корпуса эффект лучше будет, чем твой белый гроб непродуваемый. Да. Вот тебе, пожалуйста. Да, я, да, да, я. Дед, да. Попробуй со Steam Deck'а стримить. Мне кажется, у такого глэка, как ты, получится нормально стримить только с этого Тетриса. Привет, Сережке Мичурину. Криворукий он, конечно, но ты бы и так и не собрал. Сейчас будет директор. Раз, два, пришла. О, мимолетная. Тихо. Умер как женщина. Я пытался сражаться, словно я мужчина, но меня выебали как женщина. Был бы я женщиной, я вообще бы всем сосал без разбора. А? Так сказать, радость приносил бы в дом каждого мужчины. А? Сенсация. Филипп Киркоров на своей очередной пресс-конференции заявил, что он любит ботоблоки и стричься на лысо, как баба. Бля, прикиньте, как каблуку бабы мозги промыло. Мол, сиди, песик. Ты мужчина, не то что городские, ты главное дань мне плати, и все норм будет. Зачем тебе эта Москва? Тебе и здесь хорошо со мной. Так а что там в Москве делать? Шо? В Самаре мечтает каждый, понял? В Самаре мечтают жить все. Ты понимаешь, что нашел родственную душу, когда смотришь в глаза и говоришь... Дебилоиды, сука. Девочек обидеть может каждый, понял? Вот купить конфеты и цветы и поцеловать не каждый. Поэтому извинись, тварь такая. Плохая надпись на шортах в районе пятой точки. Что не могу, сука. Какие вы крутые, сука, смешные такие. Это просто жопа, пасеки, это жопа. Вот это ты кори мочишь, кори, сука, кори. Из чего на самом деле готовят куриные наггетсы?
Okay, pick your favorite and vote. А кто такая Маметка, дядя? Это, что это вообще такое? Что за Маметка? Худшее, что можно засунуть волосы. Time to vote. Такое чувство, что я попал на стрим Братишкина. Не смешно, зато школьники смеются. Во время ответа Верховного Судья не стоит говорить, я приоткрыл безух Лютука. Звук, который издает черная дыра. Вот это ты подметил четко насчет Миланы. Потому что ее можно называть вот так вот вообще просто смело. Милана черная дыра. Я здесь вообще-то, как бы говорится, не привязан к какой-то бабе. Я человек-волк. У меня есть много баб. Если я хочу одну бабу, я буду с одной всю жизнь. А если хочу, то буду со многими. Баба никак не влияет на место, в котором находится мужчина. Понимаешь? Я в гараже, я этим горжусь. Да. Дурак. Вот то, сука, блять. Блять, как же тебе повезло быть там. Тихо. Чему явно не должно быть написано на твоей визитке? Хо-хо-хо-хо-хо. Каждый смотрится брутально на байке, кроме. Пошли вы на. Это ради этого я скачал Джек, что ли? Название видеоигры, которая была бы жутко популярной в 19 веке. Ready, set, vote. Очень одинокий субботний вечер, это просто лежание на диване с просмотром потока рокера Брайли. Но если там будет кто-то, то это же уже не одинок, честно, правильно. Кричать пожар в набитом кинотеатре, это плохо, хуже только кричать. Звание мужского стриптиза с абсолютно неподходящими для этого парнями. Всем ку, это снова я, Патрик. Ты понял, что родители были очень рады твоему переезду, когда они сделали из твоей комнаты мотоблочный рай. О, гараж стрим по сбору донатов. Если Мавроди хочет еще больше нас удивить, ему придется создать. Vote now. Смотри, что пишет. Привет, я Денис, Украины, мне 30. Передайте, я лысый. Подожди секундочку, что-то тут такое у тебя. Ну-ка дай попробовать. Чё? Давай, не стесняйся, дай-ка я попробую. Да что там такое? Пуки! Блядь. Ой, блядь, жижанулся. Сука! Черкашнул карапальку. Хохи дурак, сука. Вот он, сука. Да. Это самый древний меч. Экскалибур. Да. Всего доброго. Итак, Лолочка, давай уединимся перед сном. Да. Все, остальным пока. Спокойной ночи, ребят. Все, самое лучшее, самое красивое. Все, до свидания. Пока-пока. Ой, наконец-то мой мальчик освободился. Иди сюда. Спасибо.